Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. Представителям торговых центров рассказали, как им помогут власти. Меры поддержки представили накануне в правительстве на совещании с участием президента ВТПП Андрея Усенко. Предлагается предусмотреть отсрочку по арендной плате, а также уменьшение суммы платежей на весь 2020 год в связи с невозможностью использования имущества, связанное с введением ограничительных мер. Кроме того, для владельцев торговых центров, если они предоставят своим арендаторам отсрочку, предусмотрено снижение налога на имущество пропорционально времени, в течение которого торговые центры были закрыты. Как сообщили в ВТПП, предприниматели одобрили представленные меры. В мае они будут внесены на рассмотрение в ЗАГС Собрание. Программа «Экономика». Предпринимателям советуют подумать, на что поменять ЕНВД. Со следующего года такого налогового режима не будет. Вместо ЕНВД можно работать на ОСН или патенте. Выбирая ту или иную систему, нужно соответствовать некоторым условиям по доходам и числу сотрудников. А с июля появится возможность применять налоговый режим для самозанятых. При смене режима налогообложения после отмены ЕНВД определиться с новым режимом предпринимателю лучше заранее и уведомить об этом налоговые органы. Если не предпринимать никаких действий, то с 1 января 2021 бизнес автоматически будет считаться работающим на обычной системе налогообложения. Будет начисляться налог на прибыль или НДФЛ, а также НДС. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Исход судебного разбирательства напрямую зависит от качества подготовки к нему. Недостаточная проработка приводит к затягиванию разбирательства, повышает вероятность негативного исхода процесса. Увеличиваются денежные, временные и эмоциональные затраты на него, иногда кратно. С учетом паузы, на которую встала большая часть бизнеса, сейчас самое время заняться предварительной работой как по судебным, так и досудебным спорам. Специалисты экспертно-консультационной фирмы «Экскон» помогут в анализе исходных данных, подготовке доказательной базы и формировании позиции с технической точки зрения по вопросам строительства, товароведения и оценки. Компания «Экскон», Карла Липнихта, 13, телефон горячей линии 73 50 50. Экономика. В завершение валютах. Доллар сегодня 73,69, курс евро 80 рублей 5 копеек. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.